Буэнос диас, братва. Я зерно рассыпну из ретуши экрана. Это означает, что мы добрались таки до этого злоебучего резца. Это God of War. Садись поудобнее, хватай эти ништячки. А я нашел кончик резца. Хватит. Пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались. К та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Хуяк-хуяк. Печать слетела. Ты убил Магни. Это точно. Он же бог. А отец убил его. Один из младших асов. Ну да. Его отец тот. Он не младший. Совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, на месте. Разве можно убить бога? Так, давайте искать еще две. Сука, огневой минус зачесался. Ёбаный ты карачун. Тиха не викрали коня. Шо це за хоня? Эй, ю. Айр ю. Айр ю. Путники. О, мерзкие. Вонючие, покрытые мелкими тварями. Но броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое, да? Ну, к делу. Пятый левел, на нахуй. Ой. Все хуйня, кроме пчел. Парень совсем не здоров. Ничего. Все в порядке. Если так, не отставай. Хорошо. Интересно. В
все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Мы снова у руки великана. Что? Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню Ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Движется. Может, мы доберемся туда? Там есть проход. Справа. На другой стороне есть путь к выходу. А мне-то как забраться, эй? Яблысь. Сука. Ага, я понял головоломочку. Канала. Так, лезем, лезем, лезем. Да чё ты... Так, ёбнул раз. Ёбнул два. Была печати нету. Снова под ладонью. Почти на месте. Мы с тобой лазали по мертвому великану. Катались на огромном молоте. Дрались с плохими богами. Что бы сказала мама? Что ты прошел большой путь. Она бы охуела, по-моему, с такой подачи. Так что теперь? Может отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. Можем еще тут поисследовать. Резец у нас, сокровищница никуда не денется. Чего лодки простаивать? Подумаем. Мимир, ты в тот раз историю не закончил. Почему Фрейя вышла за Одина?
Зачем это ей? И она пошла на эту жертву, чтобы защитить свой народ. Воистину, Фрейя достойна лучшей участи. Но история, конечно, не так проста. Вон там. Там башня. Не вижу башни. Мерещится, что ли? Глюцифер, блин. Сразу вспоминается сверхъестественное. Чё ты там Глюцифера, блин, увидел? Сокровищница Тюра за магическим замком. Так, было же зажигание. Усюка. Не два, а три удара. Неплохо. Ого! Неужели мы в сокровищнице Тюра? Еще одна из этих штук. Это Тюр, но не хватает фрагмента. Стой. Я думал, что Тюр бог, а не великан. Да, но его все любили, и великаны тоже. Кроме меня, лишь ему досталось от них в дар особое зрение. Хм. А обо мне великаны не сделали триптиха? Давай. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столькому учил. Да и я тебя чему-то научу. Атрей. Давай. Говорить ты умеешь. Научиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов. Животных. Стой. Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Запах чуешь? Чем-то завоняло. Насрал кто-то. Да, чую. Пахнет... говном. Дождем? О! Ты все испортил! Я заслужил этот молот! А теперь все решат, что я получил его, потому что магии нет! Меня засмеют! Если я убью тебя, смеяться не будут. Нет! Трума! Ты тупой. Это у тебя папаша? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткнись! Ты ничего не знаешь о моей маме. Это верно. Но зато я буду знать все о тебе. Ты станешь моим новым братом. Как только я убью твоего отца. Хватит! Ох, них. Ой, кажется, я его сломал. Я ж тебе сейчас хлебало сломаю, конь. Я тебя сейчас сломаю, придурок. Нет! Сыкла.
Брат, мальчик. Атрей. Скорее неси его к Фрейе, иначе никак. Твою-то дивизию. Так, а где радар-то? Куда мне топать? В лодку. Дом Фрейи недалеко. По-моему, стану начинаю все быстрее и быстрее грести. Не находите ж, а? Знаешь, я вот долго думал. Что мне, как еще вообще из кожи вывернуться, чтобы ты сходил за друзьями и... Что-то им показал. Может быть, мне какой-то конструктивный диалог, как говорится, КГА муженика тянет. Просто что, чувак, то-то и то сделано, ну, блять, можно было лучше. Вот так, так и так, заебись, все. Никаких вопросов я сделаю. Типа, или вот, чувак, запили вот это и вот это. Будет охуенно, я думаю, зайдет народу. Да без Б. Мне вот это вот именно не хватает обратной связи, поэтому ты над этим, во-первых, подумай. А во-вторых, я думаю, все-таки стоит заморочиться, не знаю, тележеньку, наверное, в описание занести, что ли. Так, чисто прикол. Надо бы, кстати, сделать шапку описания, тоже маза. Сейчас закончу записывать и вкину этот момент на доску. Да, кстати, Trello в этом плане охуенная штука. Контрол, допустим, пока еще недовыпущенный. Ну, даже по состоянию на тот момент, когда этот видос выйдет. Сегодня у меня на часах 22 что ли, апреля. То есть это еще старые запасы. Вообще, по плану контрол должен был выйти последняя серия 26 аж июля. Ну, кто знает, может быть, я уже... Сделал 3, а то и 4 видоса в неделю. Из расчета того, что их там будет 2. Как говорится, я хуй ебу. Но, тем не менее, как говорится, стараюсь, что-то пробую, кую контент и так далее. Не дай без приколюх, в общем. Открывай! Нам нужна помощь! Женщина, ты слышишь? Это срочно! Я все еще богиня, поди прочь! Мальчик заболел! Фрейя! Он болен. Идем. Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ним. Так это из-за меня. Ты поможешь? Конечно. Только за лекарством тебе придется пойти в Хельхейм. Нужно сердце хранителя, который защищает мост проклятых. Хель. Мир мертвых. Знаешь такой? Этот нет. Это страна неизбывной стужи. Огонь там не горит, и ни одно заклинание всех девяти миров не сможет зажечь там пламя. А мертвецы... Твой топор не причинит им вреда.
Нужно другое оружие. Тогда я вернусь домой. И откопаю прошлое, которое поклялся забыть. Кем ты был раньше, неважно. Этот мальчик не прошлое, он твой сын. И ему нужен отец. Эта руна откроет проход в Хельхейм. Когда будешь там, ни при каких обстоятельствах не переходи по мосту проклятых. Пути назад нет. Ты понял? Сын. Эмили, поспеши. В саду тропа ведет к моей лодке. Бери ее. Возвращайся домой, раскопай свое прошлое, делай, что должен, но принеси сердце хранителя моста, и твой сын может выжить. Иди. Тогда, в прошлый раз, я был... Нет. Ты не должен доверять словам богини. Можешь не извиняться. Уж точно не передо мной. Я позабочусь о нем. Даю слово матери. Ух ты ж, ёлкин сук. Так, сейчас. Ну, возвращаться домой мы, наверное, будем в следующей серии. Спасибо, что присутствовал. С тебя, Луис. Подписка. И до скорого. Увидимся в следующей серии. Может быть, я буду выпускать их чуть чаще. Адьюс.